Так, Сатурн. 23 апреля 2021 год. Харьков. 4.53 по Киеву. Четвертый дубль. Это ISO 800 уже. При выдержке 1 к 30. И, пожалуй, это может предпоследняя, может последняя съемка Сатурна сегодня, потому как уже визуально я с трудом нахожу на небосводе Сатурн. Мне пришлось сейчас переключиться из режима видеосъемки на режим съемки птиц, чтобы навестись на Сатурн. И после этого переключиться при наведенном фотоаппарате на режим съемки видео. Попробую сейчас выдержку поменять, посмотреть эффект. 1 к 100. Да, ну конечно, чем больше ISO, тем хуже качество. Это, по-моему, очевидно. Хорошо, поехали сейчас. Снимем Сатурн. Будем надеяться, что будет у нас еще один хотя бы дубль нашей парочки. Юпитера и Сатурна вместе. Ну вот, такое освещение это приблизительно. Так как объективно сейчас выглядит все на рассвете 23 апреля на 50-й параллели северной широты. Повезло с погодой. Очень. Еще вчера луну приходилось снимать через облака. Так, это у нас Юпитер. До Сатурна 1,5 миллиарда километров, до Юпитера. Ой, как хорошо спутники видны. В окуляре просто шикарно. Так, а ну смотрю, где Каллисто. Каллисто должен быть справа, далеко справа от Юпитера. О, ну в окуляр вижу. На экране не вижу. Ну, хотя да, вижу белое это пятнышко, блеклое. Вот сейчас через 3 секунды спрячется за правым краем экрана. Дизапиру. Так, и вот у нас пошел, значит, дальше Юпитер по центру. Кто может думал, что это Луна? Это ветер, это не я. Дальше Ганимед. Дальше спутник Ио и крайне Европа. Ой, ветер совсем плохой. Ну хорошо, это дубль четвертый. Наверное, сейчас я переключусь, господи, обратно на минимальные настройки ISO. Опять же озвучиваю. Для тех, кто снимает на такую же аппаратуру. И посмотрим, пока Сатурн, может, увидим еще разок. Харьков, 23 апреля, 4.57.